«Уезжай отсюда!» Дагестанские школьники освистали Путина. Несколько мальчиков кричали вслед президенту России, чтобы он уезжал из Дагестана. Школьники таким образом выявили протест против его визита в республику. Дагестанские дети зафукали президента России Владимира Путина во время его прогулки по проспекту дагестанской столицы Махачкалы во вторник, 13 марта. Соответствующее видео появилось в YouTube. Мальчики возле машины, в которую садился Путин, несколько раз крикнули «фу», после чего сказали «до свидания, давай уезжай отсюда». На опубликованном видео слышно, как дети кричат перед отъездом кортежа Путина «до свидания, не нужен ты нам». Ранее Порошенко назвал провокацией поездку Путина в Крым. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.